Привет! Сегодня будем говорить о том, как все успевать и вообще, как не пренебрегать какими-то частями своей жизни, и чтобы везде у вас все было хорошо, расскажу исключительно на своем примере, так как я не тренер и не гуру психологии и тайм-менеджмента, то я расскажу исключительно, как я это делаю, и, может быть, что-то из того, что я сегодня расскажу, окажется вам очень полезно, на что я очень надеюсь. Итак, я начну с того, что я поделила все свои сферы жизни на несколько частей. Во-первых, это учеба, работа, хобби, саморазвитие и личная жизнь. И пройдусь отдельно по каждой из этих сфер, как я там что делаю. Я почему вообще решила снять офф-топ, как обычно? Почему решила вообще снять сегодняшнее видео? Мне вчера в Твиттере в очередной раз написали, как ты все успеваешь, в ответ на твит, где я написала, что за прошлый семестр, за прошлое полугодие, я первая по успеваемости, первая по оценкам в списке группы. Для меня это удивительно клево, потому что у нас 26-27 человек. То есть это достаточно много, и расскажу о том, как вот не проседать нигде, потому что я и видео последние полгода часто выпускала, и книжек достаточно много читала, поэтому вот все от этого. Для начала я хочу сказать несколько своих несколько каких-то вот вещей, которых я придерживаюсь, и которые, возможно, тоже вам помогут. Во-первых, я не веду ежедневника. Я думаю, это очень важно, когда мы говорим про тайм-менеджмент, потому что первое правило тайм-менеджмента – это завести ежедневник. Он у меня есть, но я не веду его на ежедневной основе, я не выписываю туда абсолютно все задачи. Когда я вижу, что люди ведут ежедневники, где они записывают, что я встаю в 6, в 7 у меня завтрак и вот и так далее, знаете, вот по таким будничным бытовым мелочам, которые вы, ваш организм и вы сами прекрасно знаете, во сколько вы встанете, во сколько вы почистите зубы, вы прекрасно знаете, что на все про все, чтобы собраться на работу, вам нужен час, и не нужно расписывать по зубам, завтраку и всем таким вещам, это отнимает время. Казалось бы, это предназначено для того, чтобы сэкономить время, но в реальности будете проводить каждый вечер, еще и будете стрессовать из-за того, что вы не успеваете что-то записать или что забыли записать, и кажется, как будто как без рук. У меня такой принцип. Если есть что-то важное, я это не забуду. И я думаю, что это касается всех людей. Если вы воодушевлены каким-то проектом или еще чем-то, вы точно не забудете его сделать. Другой вопрос, что есть такие вещи, как парикмахерская, там, стоматолог, когда вы знаете, что вы можете забыть, что это не смертельно для вас какое-то вдохновляющее дело, такие вещи, я думаю, стоит записывать. Но все остальное, все вот эти подробные списочки, я немножко против них. Дальше. Я не совмещаю все четыре сферы своей жизни, о которых я говорила выше, то есть работа, учеба, да, личная жизнь. Я никогда не совмещаю это в один день. Никогда. У меня нет такого, что я сегодня работаю, сегодня же снимаю видео, сегодня же иду на учебу и сегодня еще встречусь с каким-нибудь другом, потому что в сутках 24 часа, 8 из которых нужно поспать. Как правило, если вы живете в каком-нибудь крупном городе, вам еще нужно добраться до места назначения, это автоматически вы читаете еще n количество часов, вам нужно с утра собраться, это еще там час, вам нужно вечером покушать, это еще час, и остается очень малое количество времени. Физически невозможно все успеть в один день. Это, по крайней мере, мой принцип, которого я придерживаюсь. То есть, допустим, у меня может быть так. У меня может быть в один день работа и снимаю видео. Или в один день я встречаюсь с друзьями и учусь. Или я сегодня пишу роман и читаю книжки. Ну вот, грубо говоря. Следующее мое утверждение. Я высыпаюсь. Я считаю, что это одна из самых важных вещей. Казалось бы, какая связь между тем, чтобы хорошо поспать и быть эффективным и все успеть? На самом деле, вы сами по себе знаете, что если вы плохо поспали, не выспались, и все, весь мир в серых красках. По крайней мере, я знаю людей, которые могут мало спать, и они отлично с этим функционируют, выпили кофе. Я не пью кофе, вообще кофе не употребляю. Поэтому для меня сон – это один из самых важных таких двигателей энергии и жизни. И я точно знаю, что если мне нужно рано вставать, значит, мне нужно раньше лечь. И, соответственно, если у меня есть время поспать, то тогда я не сильно забочусь о том, во сколько я легла. Но главное, сам вот этот факт, сам процесс, что у вас здоровый, крепкий сон,
Другой вопрос, что если у вас какие-то проблемы со сном, но в принципе, вот нужно, мне кажется, отталкиваться от того, что если у вас плохой сон, вы не сможете быть эффективной версией себя, лучшей версией себя, как говорил Дэн Бальшмидт. Мое следующее утверждение – это если не могу решить что-то прямо сейчас или от меня ничего не зависит, я забываю о проблеме. Вообще, сегодняшнее видео, оно посвящено больше таким людям, как я, которые все время из-за чего-то нервничают, переживают, у которых много задач, и очень сложно как-то распятериться, раздестериться, и от этого начинаешь нервничать. И особенно, наверное, в последний год я для себя приняла этот факт окончательно, что если я что-то не могу сделать, как вот в «Ленивом гуру», я недавно читала «Ленивого гуру», там три ступени, три шага. У Питера Брэгмана три шага «Остановись, подумай, сделай», а у автора «Ленивого гуру» другие три шага «Остановись, осознай, забудь». Я последние несколько дней еще это практиковала и поняла, насколько это хорошо работает в случае, когда человек нервный, то есть в моем случае. Я такая, остановилась, у меня сейчас проблемы с диссертацией. Не могу начать писать диссертацию, потому что мы не можем сойтись с научным руководителем. То есть у нас есть какие-то вещи, которые я прямо сейчас всю секунду сделать не могу. Но я нервничаю из-за того, что я не могу начать диссертацию. Что я делала вчера, пока ехала по эскалатору? Я такая, остановилась. Так, да, у меня есть факт, я его осознала. Не могу начать диссертацию, нервничаю из-за диссертации. И говорю себе, забудь, и все. Я эти мысли отбросила, и последние несколько дней... нервные, они просто ушли, хотя я ничего, никакую проблему не решила. Но если что-то от вас не зависит, просто, вот так, мне кажется, нужно представлять, как ты физически эти мысли из себя вытаскиваешь, оставьте их на потом. Потому что как только все начнет копиться, и вот будет та самая чашка, да, которая последняя капля, и все перельется, и будет какой-нибудь нервный срыв. Одно дело за раз, одна задача за раз, не грузите себя, особенно если вы нервны. Следующее мое утверждение, я рассчитываю силы. Я всегда смотрю, сколько я реально могу сделать на то время, когда я это запланировала сделать. Я знаю, что очень многие очень амбициозные, чрезмерно амбициозные, им кажется, что люди, которые много успевают, они наваливают на себя 10 дел сразу и пытаются, как вот Цезарь, да, одной рукой вяжу, третьей рукой, я не знаю, отвечаю на сообщения, а еще чем-то ем. Я против многозадачности как таковой, и я считаю, что когда вы... слушаете лектора и одновременно рисуете, у вас не происходит мультизадачность, у вас происходит распределение внимания на 50%. Вы в два раза хуже слышите лектора, в два раза хуже у вас получается рисунок, вы сосредотачиваетесь на рисунке в два раза хуже. Это, конечно, такой пример, про который я слышала много споров именно с лекцией и рисунками, потому что кто-то говорит, что это полезно, но вот в целом я говорю про мультизадачность, вы не можете одновременно делать домашнее задание и смотреть фильм, и чтобы у вас было 100% эффективности и там, и там. Соответственно, отнимайте у себя время, пытайтесь гнаться за двумя зайцами одновременно и ни одного не поймать. То есть, по сути, о чем я говорю в сегодняшнем видео и пытаюсь донести свой стиль жизни, как это происходит и почему у меня действительно так много дел оказывается сделано за небольшой промежуток времени, я не тороплю себя, я высыпаюсь, я распределяю с умом, а не так вот мне бы хотелось сделать 100 дел, и я мечтаю вот 100 целей у меня на год. Я же понимаю прекрасно, никто не сделает 100 целей за год, если это не какие-то цели вроде попробовать шоколадку или там сходить в кино. Моя позиция — это относиться с умом, более расслабленно, меньше нервов на это тратить и не гнаться впереди, не бежать впереди паровоза, не гнаться за временем, не думать о том, вот я ничего не успеваю, вот эти все мысли, они как раз и отнимают очень много времени. Теперь я обращусь к конкретным сферам жизни, про которые я говорила в начале. Я для себя делала небольшие заметки, поэтому к ним обращаюсь. Во-первых, учеба, у меня, наверное, по ней больше всего, как раз, наверное, это связано с тем, что у меня два красных диплома, и вот сейчас в магистратуре за два года обучения у меня пока не было ни одной четверки, все может случиться в первый раз, и я к этому готова, и, в принципе, никаких у меня нет возражений по этому поводу, но просто так как у меня всегда было хорошо с учебой, я поделюсь некоторыми своими наблюдениями, советами. Во-первых, я не пропускаю занятия. Я пропускаю занятия только если я больна или еще что-то в этом роде. Даже если есть соблазн уйти с последней парой, знаешь, что, скорее всего, пара будет не очень полезная или нужная, никогда не знаешь, как в реальности все обернется, и никогда не знаешь, насколько реально знания или какая-то дискуссия окажется интересной, или знания пригодятся. К тому же, как только начинаешь себя расслаблять и
Вы сами знаете, один раз пропустил, второй раз, третий, четвертый, уже как-то меньше хочется идти. Во-вторых, я делаю все домашние задания к сроку. Я знаю, что есть люди, которые все откладывают на последний момент, и сама я люблю смотреть все вот эти ролики про прокрастинаторов, и все такое, все мы немножко прокрастинаторы. Я смотрела на Теди выступление, где доказывалось, автор пытался доказать, что нет ни одного человека на Земле, который бы не являлся в какой-то степени прокрастинатором, поэтому, опять же, не корите себя за такие вещи. Вашему организму нужно и не только работать, напрягаться, но и как-то накапливать энергию, позитивные эмоции и все такое прочее. В-третьих, я активна на занятиях. Есть так называемый комплекс первой парты, когда боишься сесть за первую парту, чтобы показаться заучкой или какой-то, знаете, какой-то слишком зацикленной на учебе, но не обязательно быть ботаником, чтобы быть вовлеченным в процесс обучения, тем более, что если вы уж пошли в университет, так, наверное, вам это интересно. А если не интересно, я советую как-то, ну, по крайней мере, что бы я сделала, я бы оценила, что я делаю в этом университете, зачем я туда пошел и что мне это в конечном итоге даст, если я все время сижу на последней партии, болтаю с кем-нибудь, рисую что-нибудь и так далее. То есть зачем это происходит? Поэтому я всегда стараюсь садиться ближе к преподавателю, но не то чтобы прям первая парта, но у меня нет такого, что я боюсь сесть вперед или боюсь быть активной на занятиях. Мне кажется, вот вообще по моим наблюдениям, я, наверное, один из самых активных студентов на потоке в плане того, что когда идет занятие, я могу что-то, какой-то свой комментарий дать или могу задать вопрос лектору. Не бойтесь таких вещей, потому что это пригодится вам в реальной жизни. Я еще говорю в основном про обучение в университете, но в школе все то же самое. Если вы учитесь коммуницировать, учитесь... Я-то вообще не очень социально активна, и многим очень странно это слышать и видеть, когда дело касается непосредственно каких-то личных контактов. Я очень спокойный человек, я люблю слушать, я могу долго слушать. Но когда дело касается профессиональных вещей, мне кажется, мы обязаны быть активными. Это наше дело, мы им увлечены, воодушевлены, а если нет, то вопрос, опять же, возвращаясь к тому, зачем мы это делаем. Следующее, что я хочу сказать, я не беру себе, на себя лишние обязательства по учебе. Это важно, особенно когда у вас много каких-то маленьких мини-задач, например, как у меня там не только учеба, не только работа, но еще третье, десятое, и не перегружайте себя, опять же, подходите разумно, я понимаю, что хочется во всем участвовать, хочется там быть и в совете, хочется играть в театре, я была там, я ощутила на себе все вот эти прелести, когда ты для того, чтобы пойти на собрание газеты, пропускаешь занятия и потом нервничаешь из-за этого, или ты не успеваешь подготовиться к экзамену, а у тебя репетиции спектакля, я была там, я знаю, каково это, и сейчас я понимаю, что нужно иметь цели, иметь фокусы, и фокусироваться только на том, на чем, что для вас действительно важно. В качестве примера приведу занятия, которые не так давно у нас прошли, и они были посвящены, вела Фёкла Толстая, и они были посвящены музеям и Льву Толстому, и наши преподаватели другие, они нам делали такой посыл, что если вы уж взялись за это задание, вы должны пронести его через несколько лет, нельзя сделать, когда курс закончится, и бросить это задание, вы должны будете бесплатно там все поддерживать, ваша рабочая сила, это как бы, это вам одолжение делает, и вы должны все делать для этих музеев. Для меня это было очень странное утверждение, и я совершенно не торопилась, знаете, из-за чувства вины вовлекаться в процесс настолько, что вот прям все это время посвящать музеям, находиться в музее круглые сутки. Да, есть ребята, которым эти проекты понравились, они продолжают ими заниматься. Ну вот, просто нужно думать головой, а не, в данном случае, а не опираться на эмоции, что вот, мне говорят, что я что-то должен, да никто никому ничего не должен. Это вот то, что я много раз повторяю. Следующее. Я всегда руковожу проектной группой. Что это значит? То есть если дают какое-то задание, у нас очень много заданий, которые именно разбиваешься на группы, там 3 человека, 2 человека, 5 человек, 10 человек. Я всегда вызываюсь, если нет очевидного лидера, я всегда вызываюсь быть тем, кто следит за всеми, говорит, что кому делать. Если вам 18 лет, то, возможно, для вас это еще не совсем проблема в университете, но когда учишься в магистратуре, то все уже работают, у всех есть какие-то другие дети, цели, задачи, работа,
И никто не любит фокусироваться на учебе, мало для кого это основной приоритет. Поэтому, если я знаю, что я хочу получить хорошую оценку, я хочу хорошо делать проект, хочу как-то проявить себя, показать себя, то мне нужно быть той, кто смотрит за тем, как идут процессы, контролировать эти процессы. И я знаю, что если мы провалились, то это моя ответственность, но если мы как-то хорошо сдали проект, то это тоже моя заслуга. Это невероятно приятное чувство, когда ты не просто сидишь где-то на задворках и делаешь то, что тебе говорят делать остальные. Я была и в таких проектных группах, где лидер сам как-то вырисовывается, и он сразу говорит, там, моя идея, будем делать вот это, третье, десятое. Всегда классно к этому отношусь, если человек действительно воодушевлен и может все контролировать. Но очень часто бывает, и в жизни такое часто случается, что есть люди, которым все равно. И таких много. Поэтому я стараюсь брать дело в свои руки. И я вам советую вообще быть более инициативными, проактивными по жизни. Это будет давать не только позитивные эмоции, но и, как ни странно, поможет делать больше дел, потому что они вам больше нравятся, вы больше ими воодушевлены, и, соответственно, вы будете больше уделять им времени. Чувствуйте ответственность, чувствуйте, что вот это ваше дело. Следующее, что я скажу про работу. Следующий как сфера жизни. Я не беру больше, чем могу, это относится и к работе тоже. То есть, если я знаю, что я могу провести 2 занятия в неделю, и больше, если я возьму больше занятий, я буду чувствовать себя усталой, я не буду успевать на занятия, я буду пренебрегать другими какими-то сферами жизни, я смотрю логически, вот что я могу сегодня сделать. Я говорю, почему я снова повторяю, что я говорю исключительно про себя, потому что моя ситуация, она такая, не скажу, но что она супер уникальная, но у меня нет работы с 9 до 6, я студент, у меня работа такая, что я сама себе работодатель. И что очень важно, и на что я обращаю внимание, мне есть где жить, потому что пока я живу с родителями. Я почему обращаю на это внимание? Это очень-очень важно. Если у вас работа, которая оплачивает ваше арендное жилье, то это большая разница, и я думаю, что временем вы будете распоряжаться и должны, в принципе, распоряжаться в такой ситуации совершенно по-другому. Так, говорю дальше про работу. Я оставляю всегда время на подготовку. То есть, если я знаю, что у меня начинается занятие в 5 часов, то я всегда оставлю час перед занятием, чтобы не только собраться на занятия, но и подготовить материалы для занятия, посмотреть, что мы будем сегодня делать, какие нам нужны темы, какие мне нужны материалы, поискать интересные материалы. Никогда у меня нет такого, что вот 5 минут до конца, до начала занятия, я только думаю о том, чем мы будем заниматься. Оставляйте на это время. Потому что обычно, когда мы пытаемся как-то спланировать свой день, мы утрируем немножко, и либо сокращаем время на дорогу. Вот мне нужно всего 15 минут, чтобы дойти там до этого места. На самом-то деле, пока вы соберетесь, пока вы выйдете, пока вы подождете лифта, там будут не 15 минут, а все 25. Так что я советую вам немножко давать себе запасы во времени, чтобы опять же не было стресса. Это видео для стрессовых людей, как я. Следующее, что хочу сказать. Я почему еще сказала про то, что я живу с родителями, почему это важно? Потому что одно из моих утверждений касательно работы, я не ориентируюсь на деньги. Для меня деньги — это стрессовый фактор. Если я начинаю думать о том, что вот в этом месяце я ничего не заработала, мне не на что даже пообедать в университете, не говоря о том, чтобы какую-то книжку купить, вообще об этом не говорю. Поэтому я никогда не думаю деньгами, я никогда не думаю, что вот я пойду на эту работу, пусть там с 8 утра до 10 вечера я там буду сидеть и больше ничего не успевать, но вот зато у меня будут деньги. У меня, во-первых, пока нет этой установки, потому что мне есть где жить. И, во-вторых, я думаю, что это, в принципе, не самый полезный именно для нашего психологического здоровья такой ориентир. Следующее – хобби. Хобби для меня, что важно, одну единственную вещь хочу сказать по поводу хобби, это так же важно, как и все остальное. Потому что если мы будем говорить, что вот, деньги – это приоритет, работа – приоритет, учеба – приоритет, друзья – приоритет, а хобби не приоритет, тогда это будет то, что всегда будет оставаться за бортом и на что никогда не будет времени. Для меня снять видео — это точно такой же приоритет, для меня это стоит точно в таком же приоритете, как работа, поэтому я иногда могу сказать, что это работа, потому что, ну да, это спорный такой немножко вопрос, что для кого работа, и потому что для меня это не то, что приносит какие-то деньги, для меня это работа, потому что это на уровне серьезности работы. Для меня это не только то, что приносит удовольствие, как в принципе, что должно делать хобби,
но и некое, знаете, небольшое обязательство, приятное обязательство на то, что я должна делать регулярно. И я думаю, когда мы ставим по уровню важности это на один уровень с учебой и со всем остальным, с семьей, чтобы мы всему посвящали время и переключались. Переключаться — это тоже очень важно, потому что мы устаем от монотонной работы. Я не знаю ни одного человека, который был бы рожден и предназначен для того, чтобы сидеть и делать одно и то же дело с 9 до 6. Это очень сложно. Даже если вы работаете, я думаю, вы знаете, как это происходит. Все время нужно переключаться. Сделал одно задание, перейди на задание другого типа, может быть, сделай какое-то рутинное задание, потом сделай креативное задание. Ну, вы сами знаете, как это работает. Следующее — саморазвитие. Я вношу это в отдельную сферу, и я сюда же... Это не хобби для меня. Для меня хобби, допустим, это снять видео, для меня хобби — это написать книжку. Саморазвитие для меня — это то, что я делаю для того, чтобы мне было хорошо, чтобы я как человек поднималась куда-то дальше. Для меня это книги, фильмы, культурные вылазки из дома, какие-то интересные умные разговоры. Допустим, недавно я начала общаться с иностранцами, как вот обмен опытом языковым. Мы просто созваниваемся и где-то полчаса, час разговариваем. Просто разговариваем на английском. Для меня это саморазвитие. Хотя в то же время это и развлечение, в то же время это и какие-то полезные вещи. Но, опять же, я говорю, все уровни, все вот эти сферы для меня важны одинаково. И я думаю, что в этом одна из основных причин, почему я столько успеваю. Потому что у меня нет того, что проседает. Я говорю, что вот, учеба для меня немножко менее важна, чем зарабатывание денег. У меня нет такого. Именно поэтому у меня хорошо получается и учеба, и то, что касается каких-то небольших пока денег. Что касается именно саморазвития, для меня удовольствие гораздо важнее структуры. Что это значит? Я не участвую ни в каких книгоиграх, не строю планы по книжкам, не делаю себе вызовы вроде один фильм в день. Это структура, это то, что мы на себя взваливаем. Как я уже говорила выше, взваливание лишних обязательств никогда не поможет вам сделать то, что нужно сделать. Личная жизнь, единственное, что... Вот, опять же, одна единственная вещь, которую хочу сказать про личную жизнь, я сюда отношу там семью, друзей, все, что касается личной жизни, это точно так же важно, как и работа. Я называю работой, в принципе, все сферы своей жизни, потому что это то, что для меня находится на одинаковом приоритете, а не то, что я должна делать, понимаете, одинаково. Есть небольшая разница. То есть личная жизнь, отношения, если вы не будете в них вкладываться, если вы будете думать, ну вот неделю мы там не пообщаемся, хотя мне там подружка постоянно звонит, ну значит ничего страшного, я очень занята. И все вот эти «я очень занята» и «мне некогда», они могут продолжаться до бесконечности, особенно если вы такой же воодушевленный и увлеченный человек, как я, и если начинаю что-то делать, мне очень тяжело на что-то отвлечься, иногда это даже физически как-то неприятно. Когда ты такой, вот, я там занимаюсь вот этим проектом, мне все клево, и тут начинают сыпаться какие-то мелкие дела и все такое. Как только мы их ставим на такой же уровень важности, конечно, все опять же, нужно думать. Вот, думать головой о том, что ставить какой-нибудь просмотр кино на такой же уровень важности, как, я не знаю, работу в офисе, это звучит немножко странно, и все-таки нужно головой думать, как именно вы это соотносите. Но я, говоря, что для меня все важно, я преследую цели просто жить полноценной жизнью. И, наверное, именно с этим связано то, что у меня все идет своим чередом. Вот, пишите в комментариях, что вы делаете для того, чтобы все успевать, и успеваете ли вы все, и нет ли у вас ощущения, что другие успевают больше, чем вы, потому что я точно такой же человек, как и все остальные, и я так подозреваю, что у многих людей есть это ощущение. Это связано в первую очередь с тем, как работают сегодня социальные сети, что люди выкладывают, делятся своими достижениями, и нам кажется, что вот, раз он там, я не знаю, опубликовал книжку, значит, он начал писать эту книжку месяц назад, и вот так быстро у него все получается. Нет, как правило, люди очень долго и упорно работают над тем, что у них выходит, и поэтому я вам желаю усердия, вдохновения и того, чтобы все получилось. А на сегодня это все, и я всегда ваша. Пока!